Тула, Рязань, Псков, Иванов. Более 70 спортсменов представляют подразделения и соединения воздушно-десантных войск. Такой в буквальном смысле десант на турнире памяти Виктора Амелькова впервые. Командиры считают бокс одним из важных элементов поддержания боевого духа. Мы расширяем географию, потому что нам интересно проводить эти турниры. Во-первых, они посвящены памяти наших товарищей, которые погибли и удостоены высоких государственных званий. Ну и, во-вторых, привлечение молодежи, патриотической работы для службы ВДВ. Мы хотим, чтобы у нас приходили сильные, способные ребята служить, выполнять воинский долг. Виктор Амельков погиб при самом первом штурме Грозного. Колонна, которая заехала в город, попала в засаду. Он и его товарищи остались прикрывать тех, кому удалось прорваться. Сегодня в зале 8 героев России со всей страны. Виктор Маркелов – пилот штурмовой авиации. За время войны на Северном Кавказе звезды получили еще 6 его товарищей по полку. На турнире впервые. Это достойно, это обязанность нас, более, может быть, сверстников, а более для молодых, вот которые здесь мальчишки, это должна быть гордость, участие в этих соревнованиях. Мое понятие, что нельзя забывать тех людей, которые отдали жизнь за кого-то. Вот как он, пример, за своих бойцов. Так выглядят трофеи турнира. Он проводится уже в 17-й раз и впервые в классе А. Исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков подчеркнул, для города-курорта честь принимать в соревнования такого уровня. Я хочу поблагодарить организаторов этого турнира, что они стойко проводят каждый год этот турнир. И сегодня мы имеем голоса по этому турниру. Победители будут мастера спорта России. Анапа вообще спортивный город. За год проходит до 600 мероприятий здесь. Я вам всем желаю успехов. Удачи. Представители спортивной общественности считают знаковым то, что важный для города турнир стал более статусным. Я хочу сказать, у нас бокс в городе на очень высоком уровне. Почему? Потому что тут и попечительский совет, тут и тренерско-преподавательский состав, тут и родители, и сами спортсмены, и весь город очень любят бокс. В последнее время у нас проводится очень много турниров. Серия в исполнении Ивана Черкова. Ему 21 год. 12 лет из них отданы боксу. Это его 151 бой. Сам он из Челябинска. Выступает за Рязань, там служит срочную. Ну, дает как бы поблажки, что спортсмен, тренировки. Тренировки не всегда как бы это легче, чем там службы. По две тренировки в день тяжело тоже приходится. Отдыхать не дают как бы. Полуфинальные и финальные бои пройдут уже в эти выходные. После соревнований у спортсменов будет пара дней, чтобы сходить на море и отдохнуть после боев.